Всем привет, вы на канале Slate. И сегодня у нас обзор аддона Modern Warframe. Интро! Переходя плавно к аддону, он включает в себя около 56 пушек разной классификации, то есть штурмовые винтовки, легкие пулеметы, марксмен винтовки, пистолеты, дробовики, снайперские винтовки, спецкласс и пистолеты-пулеметы. То есть здесь выбор очень велик, и вы уж точно не заскучаете с этим модом. Так давайте теперь перейдем к самому оружию Modern Warfare. Возьмем, к примеру, MP5. Выполнен он очень детально и очень реалистично. Это прям дикий респект автору. На R, кстати, его можно будет осмотреть. На E и R сменить темп стрельбы. На E и правую кнопку мыши можно его будет убрать в сторону. Также и достать. А теперь самое главное. Это на C. Это его кастомизация. Здесь прям очень широкий выбор его кастомизации. Поэтому вы тут точно не заскучаете. Допустим, ствол, рукоятка, лазер, магазин, девайс надуло, перки, рескин, прицел и приклад. Да, кстати, забыл выделить. Если вы что-то меняете, то у вас будут и меняться их характеристики. Допустим, Effective Range — это дальность стрельбы. Handling Speed — это его доставание и убирание. ADS Speed, к сожалению, здесь не рабочий, поэтому можете на него вообще даже не смотреть. Recoil Kick — это, допустим, удар. Кстати, то, что и имеет косметик, но это косметически. То есть это вообще характеристики не меняются. Кстати, вам может еще попасться одна маленькая вещь. Когда вы ставите какой-то модуль, у вас можно заблокироваться какая-нибудь модификация. Поэтому будьте осторожнее. Ну это все, что я мог рассказать вам поверхностно. Полный обзор. Если вы хотите прям полный, прям все модификации, прям обзор на все оружие, которое тут вообще присутствует, пожалуйста, поднимите здесь актив, чтобы я увидел, что мои труды здесь хотя бы не будут напрасны. Кстати, забыл добавить. Пушки здесь пользуются патронами от Half-Life. Это прям божественно. Спасибо. А на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам видео понравился мой недообзор. Если вы хотите видеть такого больше контента, просто напишите это в комментариях. А на этом я прощаюсь. Удачи!